сразу после выхода материала на нашем сайте tatufoto.com про татуировки и модификация тела мы подготовили его видеоверсию для нашей аудитории на YouTube. Приятного просмотра. Татуировки и модификация тела. Татуировки и пирсинг уже давно перестали быть просто трендом. Они стали выразительными элементами культуры и индивидуальности. В этой статье мы погрузимся в глубины тысячелетней истории искусства тату и пирсинга, изучим их современное применение и сочетание с другими видами модификации тела. От традиционных ритуалов до современных субкультур, мы раскроем многообразие мотивов и техник, которые делают каждую модификацию уникальной. Присоединяйтесь к нам, чтобы открыть для себя, как эти древние практики продолжают эволюционировать и оказывать влияние на наше современное общество. Татуировки и модификация тела. Начало. Обзор темы «Мир татуировок и модификации тела» насчитывает тысячелетия, охватывая различные культуры и эпохи. Это искусство, проникшее в массы, было когда-то исключительно ритуальным и символическим действием. В разные времена и в разных уголках планеты татуировки и модификация тела носили в себе различную семантику, от знаков социального статуса и доходности до сакральных символов, защищающих их обладателя или рассказывающих историю всей его жизни. В Древнем Египте татуировки часто ассоциировались с религией и верованиями, а у многих племен они служили украшением и отличительным знаком. Со временем татуировки и модификации стали более доступными и разнообразными, а их значение сохранило свою многогранность, варьируясь от чисто эстетических до глубоко личных и индивидуализированных. Цели и мотивы. Личные мотивы к модификации тела столь же разнообразны, как и сами люди. Для некоторых это способ самовыражения, для других – стремление подчеркнуть индивидуальность или воплотить важный жизненный этап. Культурные причины зачастую связаны с традициями, где определенные виды модификации тела могут означать достижение определенного возраста, социального статуса или даже быть частью обряда инициации. В современном обществе акцент смещается в сторону личного выбора и эстетики, где модификация тела становится одним из способов самопрезентации и неотъемлемой частью образа жизни. Преамбула к комбинированию методов комбинирования татуировок с другими видами модификаций, такими как пирсинг или растяжки ушей, раскрывает перед человеком еще больше возможностей для выражения своей уникальности. Так, некоторые совмещают татуировки с пирсингом для достижения определенного визуального эффекта, дополняя образ и создавая гармоничное целое. Понимание красоты в контексте модификации тела субъективно и многогранно. Оно различается в зависимости от личных взглядов, культурных норм и социальных ожиданий. Модификация тела как форма искусства открывает неисчерпаемые возможности для того, чтобы каждый человек мог создать собственный неповторимый образ, сочетая в себе различные методы и традиции. Татуировки как основа модификации тела. В историческом аспекте татуировки занимают значимое место в многочисленных традиционных обществах. Их роль варьировалась от ритуальной и статусной до использования в качестве амулетов и знаков племенной принадлежности. В Древнем Египте, например, татуировки носили в основном женщины, что предположительно указывало на их статус или религиозную роль. Полинезийские культуры сделали татуировку частью своего социального кодекса, в каждом узоре зашифровав определенное значение. Со временем восприятие татуировок претерпевало изменения, переходя от строгих табу и стигмы в некоторых культурах до широко распространенного тренда и признания их как формы современного искусства. С развитием индустрии татуировки эволюционировали и сама техника их нанесения, и стилистические направления. Современные техники татуирования позволяют создавать произведения, отличающиеся высоким качеством исполнения и разнообразием стилей. Это может быть все, от традиционных японских и редзуми до минималистичных геометрических узоров. Такие техники, как тень и свет, позволяют создавать объемные и реалистичные изображения. А использование цвета открывает еще больше возможностей для воплощения самых смелых идей. В современной культуре татуировки утвердились как неотъемлемый элемент самовыражения, став зеркалом индивидуальности. Татуировки могут рассказать историю человека, его интересы, убеждения или жизненные моменты. Знаменитости и представители различных субкультур не только способствуют росту популярности татуировок, но и влияют на тенденции в этом искусстве. Их образы часто копируются поклонниками и становятся частью мейнстрима, тем самым модифицируя общественные взгляды на татуировки и расширяя границы допустимого в искусстве модификации тела.
Пирсинг и его взаимодействие с татуировками. Пирсинг является одной из древнейших форм модификации тела, имеющей богатую историю и собственные традиции в различных культурах мира. Его корни уходят в глубокую древность, где он служил различным целям, от ритуальных и религиозных до знаков социального статуса и красоты. Например, во многих африканских и американских племенах пирсинг ушей и носа был распространенной практикой, символизирующей переход взросления или же принадлежность к определенной социальной группе. С развитием цивилизации значение пирсинга трансформировалось, и сегодня это часто способ индивидуализации и украшения тела, хотя в некоторых культурах сохранились его традиционные значения. Видов пирсинга существует великое множество, от ушного и носового пирсинга, до более экзотических видов, таких как пирсинг языка, пупка, брови и даже дермальный пирсинг. Каждый вид имеет свои особенности и часто требует специального ухода и внимания. Но не только место прокола имеет значение, важен и выбор украшения, которое должно соответствовать личным предпочтениям и образу жизни человека, а также быть согласованным с возможными медицинскими показаниями. Касаемо техники пирсинга и последующего ухода за ним, то здесь имеются строгие правила. Пирсинг должен выполняться в стерильных условиях профессионалом, использующим одноразовое оборудование. После прокола необходим тщательный уход, который включает в себя регулярную чистку антисептиками и избегание травмирования места пирсинга, что способствует быстрому и безопасному заживлению. Сочетание пирсинга с татуировками может быть исключительно эстетичным и гармоничным. Однако, выбирая сочетание этих двух видов модификации тела, важно обратить внимание на общий дизайн и стиль, чтобы они дополняли друг друга. Например, если татуировка выполнена в этническом стиле, традиционные виды пирсинга, такие как ноздря или ухо, могут усилить общий образ. Важно помнить, что и татуировки, и пирсинг являются долгосрочными решениями, которые должны гармонировать с индивидуальностью человека и его взглядами на красоту. Растяжки ушей и другие формы модификации растяжки ушей, известные также как тоннели или клаги, имеют давнее происхождение и связаны с разнообразными культурами по всему миру, включая древние цивилизации, такие как майя, ацтеки, а также африканские и азиатские народы. В этих культурах растяжки часто ассоциировались с ритуальным искусством, религиозными верованиями и показателями статуса. В современном мире растяжки ушей стали способом самовыражения и частью молодежной субкультуры. Современные методы включают постепенное растяжение с использованием специализированных расширителей, что позволяет безопасно увеличивать размер прокола в соответствии с желаемыми параметрами. Экстремальные формы модификации тела, такие как скарификация, нанесение шрамов, брендинг, брендирование, субдермальная имплантация, подкожные имплантаты и татуировка глазного яблока являются более инвазивными и необратимыми, чем татуировки или пирсинг. Эти виды модификации часто вызывают глубокие эмоциональные реакции и обсуждения, касающиеся как психологического состояния человека, так и социальных аспектов таких решений. Они могут быть связаны с желанием выделиться, проявить принадлежность к определенной группе или культуре, а также могут служить глубоко личным целям самовыражения и исследования собственных физических границ. Комбинирование различных видов модификаций позволяет создавать уникальные образы, которые могут отражать личную историю, философию или эстетические предпочтения человека. Например, синтез татуировок и растяжек ушей может следовать определенной теме или символизму, усиливая визуальное впечатление от каждого элемента. Сочетание может быть дополнено пирсингом, скарификацией или даже более редкими формами модификации для создания сложного, многослойного образа. Кейс-стади на эту тему могут демонстрировать реальные примеры людей, которые принимают решение о комбинировании различных форм модификации тела. Эти исследования обычно включают интервью, фотографии и анализ мотивов, которые стоят за их выбором. Они могут раскрыть как чисто эстетические стремления, так и более глубокие личные или культурные причины, заставляющие человека идти на такие экстремальные формы модификации своего тела. Татуировки как основа модификации тела. Модификация тела – это не только способ украшения, но и мощное средство самовыражения, которое может иметь глубокое социокультурное значение. Однако восприятие модифицированных тел в обществе нередко оказывается двойственным.
С одной стороны, в современных урбанистических и мультикультурных обществах различные формы модификации тела становятся все более привычным явлением и даже модным трендом. С другой стороны, сохраняется и стигма, связанная с татуировками, пирсингом и другими видами модификаций, особенно когда речь заходит о традиционных или консервативных сообществах. Люди с татуировками и другими видами модификации тела иногда сталкиваются с непониманием, предрассудками и даже дискриминацией. В правовом поле различные страны принимают разнообразные подходы к регулированию модификации тела. В некоторых странах существуют жесткие законодательные ограничения, которые могут запрещать некоторые формы модификации тела, такие как скарификация или брендинг, ссылаясь на нормы общественной морали или заботу о здоровье. Кроме того, возникают этические дилеммы, связанные с модификацией тела, особенно когда дело касается несовершеннолетних или принуждения к модификациям в культурном или религиозном контексте. В профессиональной сфере наличие видимых татуировок или других модификаций тела традиционно считалось препятствием для трудоустройства и карьерного роста. Во многих индустриях, включая банковское дело, право и здравоохранение, существуют строгие нормы внешнего вида, которые могут запрещать явные татуировки или пирсинг. Однако в последние годы наблюдается тенденция к смягчению этих норм, особенно в творческих сферах и индустрии услуг, где индивидуальность и самовыражение все чаще воспринимаются как положительные качества. Изменение восприятия татуировок и модификаций в профессиональном мире отражает более широкие социальные изменения, связанные с демократизацией моды и культурной толерантности. Все чаще можно встретить успешных профессионалов с татуировками, которые ранее считались неприемлемыми в деловой среде. Это говорит о постепенном стирании границ между личной и профессиональной жизнью и признании того, что способность выполнять работу не обязательно коррелирует с внешним видом человека. Итого, заключительная часть обсуждения модификации тела открывает перспективы будущего этого древнего, но постоянно эволюционирующего искусства. Мода и культура не стоят на месте, и татуировки с пирсингом продолжают претерпевать трансформации, становясь все более интегрированными в повседневную жизнь. Современные технологии расширяют границы возможного в области татуировок и модификации тела, предлагая новые методы, которые могут быть менее болезненными, более безопасными и предоставлять еще больше возможностей для самовыражения. Новейшие технологии включают в себя разработки биоразлагаемых чернил, которые могут временно менять цвет или исчезать по желанию пользователя, а также инновации в области дермальных имплантатов и интерактивных татуировок, способных взаимодействовать с различными устройствами. Все это открывает новые горизонты для тех, кто желает модифицировать свое тело, не прибегая к пожизненным изменениям или же желает иметь возможность для перемен в своем внешнем виде. Говоря о личной идентичности, трудно переоценить влияние татуировок и других форм модификации на самовосприятие человека. Для многих людей тату и пирсинг являются не просто украшением, а частью их «я», способом внешнего отражения внутреннего мира, переживания и взглядов на жизнь. Поэтому крайне важно сохранять уважение к личному выбору каждого индивида, ведь право на самовыражение и самоопределение – одно из основополагающих прав каждого человека. Необходимо подчеркнуть, что татуировки и другие виды модификаций – это не просто культурное явление, но и важный аспект самоидентификации многих людей. Они представляют собой богатую палитру индивидуальных и коллективных значений, отражающих разнообразие человеческих историй, культур и взглядов. И если судить по истории и современным тенденциям, модификация тела продолжит оставаться значимой частью человеческой культуры, подчеркивая уникальность каждой личности и одновременно соединяя людей через общие культурные и эстетические практики. Вся информация принадлежит сайту tatufoto.com, копирование запрещено. Изображения принадлежат их авторам, предоставлены в ознакомительных целях. У нас на сайте вы найдете больше информации про значение рисунков татуировки, сможете посмотреть фото готовых рисунков и подобрать эскизы для татуировки. Ссылка в описании. Удачи вам!